Станислав Каторов продолжает серию встреч с представителями бизнес-сообщества города. На этот раз он провел выездное совещание с управляющей ТРЦ «Реутовпарк» Людмилой Михайловой. Обсудили меры поддержки предпринимательской деятельности в текущих экономических условиях и настроение арендаторов торгового объекта. Хочу понять, чем мы вам можем помочь сейчас, какую нашу помощь вы видите, что мы можем сделать. Ну и тогда вот на вашем примере мы бы отработали эту историю. В Реутовпарке на данный момент заполнено больше 90% площадей. Удержать компании в пределах округа, помочь арендаторам и сохранить рабочие места – одна из главных задач для руководства Реутова.